бочку кинул, если что. Понятно. Надо быстро бежать до Waterplant'а. Меня там убил волк, а во мне были компоненты. Эй, чувак, ты вообще замечаешь то, что я по тебе бью? Аллилуйя. Срубил гребаное дерево. Сразу переработаю эту фигню, потому что мне нужно дерево. И надеюсь, что здесь есть что-нибудь еще. О. Кто-то очень богатый, кому-то не нужно 200 дерева, и кто-то недолутывает ящики. Окей, будем знать. Идем сюда, перерабатываем вот это. Все, теперь бежим до Waterplant'а и забираем свой потерянный лут, который я потерял вне записи. Надеюсь, дело там еще лежит. Отлично. Все. Опа, железный топорик, идеально. Так, нашел пещеру. Надеюсь, свободную от всех людей. Давай вот так вот, хорошо. Так, а это у нас что? Это у нас уже попахивает более такой адекватной пещерой, да? Вот так вот. И потихонечку застраиваем выходы, входы и входы. Так, ну какую-то основу я попытался построить. Надеюсь, что вот через это вот я смогу выйти, когда будет дверь. Hello! Hello! Do you speak English? Do you speak English? Убиваю его. No, I'm Russian. Oh my god! Oh my god! О, неплохо. Да. Что за дерево? Давай сейчас поплывем. Может, я не хочу рисковать. Он на нас бежит. На нас оба бегут. Давай, 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 давай. Давай, садись. Да сядь, пожалуйста. Садись, садись. Больно. Садись, плыви, садись. Плыви, плыви под водой, плыви под водой, забей. Когда я еще не успел привести тиммейта домой, а просто кильнулся и респанулся на пляже, дабы его встретить и уже сопроводить, то мы немного полутались, поубивали мелких бомжей и наткнулись на серьезную группу с арбалетами и огненными стрелами. В итоге нам пришлось скрываться под водой, а они проехали тупо над нами и не заметив нас. К сожалению, это не попало на видео, но там был очень маленький кусочек. Раз, дай нам добраться до дома, пожалуйста, что сейчас с лодкой было на... Я тебе серьезно говорю, либо сейчас мы в какой-нибудь шторм попадем, либо нас сейчас что-то не очень пойдет, как всегда. Не забудь топливо. Ты один пинт не взял, богат. Ты взял его, да? Я его взял, взял. Коптер! Коптер! Где? А, в чем? Садись. Как тебе наш дом? 100 уровней защиты. Это будка. Та-дам! Я в шоке. Дверь надо закрыть. Дверь, пожалуйста. Пошли, заходи. Чё за крысяк? Не надо! Ты должен был переродиться, чтобы у тебя было больше хп. Сверху летел самолет, а мы в спешке собирались для его лутания. Решили оседлать коптер и попробовать залутать его сверху.
Можешь крафтить там бинтов, я не знаю, волка шапку. Не на что, не на что. Там ты прикол. Че, все, пошли? Взял топляк? Да у тебя топляк там 50 сколько? Не, у меня 54. Ну хватит этого, пошли. На! Вперед, мой верный друг. Мы должны его залутать и поднять супер-пупер пушки. Ты готов? Угу. Не видно еще ни хрена. Чекай, чекай, топляк. Еще где-то 30. Прямо, 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 прямо. Наклоняюсь, нет. Наклоняюсь. Аккуратно, нифига не понимаю. Тоже. Еще и ночь. Так вот, да, ночь. Что происходит? Чел, чел, все. Чекай, топляк. Топляк? 25. О, полям. Я вижу. Давай, 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 давай. Давай. Все, погнали, мне нечем кидать больше. Зачем кидать-то? Ты лутай. Все, давай, 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 давай. Я нифига не вижу. Я тоже. Мы падаем. А, нет, вот. Он. О, давай, 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 давай. Есть ли поляк еще? Он завис. В смысле? Давай, давай, давай. Давай, лутай. Смог? Я ору. Там ты упал? Там очень много ресов, там классные ресы, я сдох. Ты меня просто скинул с него. Лол. Лутай его, попытайся, там миллион ресов, там просто все прям топовое. Лутай меня, видишь где я? Я упал, нет, тебя не вижу, я сейчас... Вот я, посмотри где... Я аирдроп лутаю, все, тихо. Давай. Лутай и убегай. Все, я залутал. А по мне уже шмаляют. Пытаюсь убежать. А нет, меня убили, меня убили. Ну как? Обидно, вот так, вот догнал. Чувак, я нашел огненный стрел. Давай, пожалуйста, их засейвим. Давай. Давай, беги тоже к дому. Чёрт, ты бежишь до дома. И ты тоже. Давай так сейви и ко мне беги. Порог дома. Ватерплент, как обычно, не залутан. Я очень сильно надеюсь на пушку. Надейся. Хотя бы ревик. Нет, ничего не выпал. Компонентов много, я их сейчас чисто все переработаю, потому что нахрена они сейчас вообще? Они вообще, по сути, тогда нам бесполезны, да? Потом это все поможет. Ну, я не знаю, тогда беги ко мне. Я сейчас тут переработаю все. И... Ну, да. А лутецкий-то я все-таки засейвил. Мы с тиммейтом вернулись домой, и я на какое-то время вышел. После чего он мне написал то, что смог кое-что отжать и попросил меня зайти. Ну, я уже как раз смог вернуться с универа. В общем, после захода я обнаружил вот такую вот картину. Мой тиммейт просто решил отдохнуть, полежать. С Томпсоном. Иди сюда! Немного подготовившись, мы с блочными луком и более чем полуполоманным Томпсоном решили залутать нефтевышку. Промазал 44 хп. Отходи. Ты тоже здесь сильно не это, если он сильно будет агриться. Не попал. Отходи. Дал пичку, он должен уходить, Томпсон, по идее. Томпсон, да давай. Он уходит, не-не, он ушел, вроде. Ушел. Дал пичку, должен уходить, да. Все, видишь здесь как имбово? Да блин. Просто даешь им тычку, они сразу же уходят. Да, блин, да что он такое? А не успел дать тычку, с Томпсона сейчас приму. Убил. Дал тычку, все, убил. Хорош. Видишь? С него вроде неплохо даются. Дай посмотреть, ты что. Сейчас, подожди, я все сначала заложу. Че на переработку. Вот одежду тоже на переработку, потому что она место занимает, а она не нужна. На нефтевышке мы помирали раза два, наверное, и все-таки успевали приплыть, пока не зарезались ученые, отлутать себя и дальше продолжить биться. В итоге я принял решение не вызывать топовых ученых, так как просто уже не было патрона и почти сломался Томпсон.
А валить топовых ученых с бочного лука, ну, просто не было времени, да и это было бы довольно проблематично. Он встал. Опасная стрела. А вон, вон бежит тело. Ай. Аккуратно. Он к тебе попал? Нет. Я сейчас получил, пытаюсь его снять. Он с арбалета стреляет, слышь? Он мне попал тоже. Идет, ну? Он меня пушит, меня пушит, меня пушит. Сейчас, 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 подожди. Я с ревиком. Хорошо. Ни разу не попал. Дал хит, дал еще хит. Дал еще хит, положил, все. Он пустой вообще. Да, он пустой. Арбалет, неплохо. Где типа нормальный ящик? Коптер на нас! Помнишь, что же можно летать из коптера? Прячься вот за ящиком. Вообще идеально. Вот, вот смотри, вот так за ящиком вообще идеально. А у меня тут тоже такая же позиция. Окей, все, только. Сидим. Ага, размечтался. Тело в антираде. С пушкой на 320, около этого. Водонапорки. Под ней. Спускайся, давай быстрее. В антираде с пушкой зашел в здание. Около водонапорки. Знаешь, да, такое? Домик. Идем, картаны. Тебя слышно? Серьезно? Он, видишь? Я отошел уже от тебя. Бегает пока. Не открывай без меня его. Он с берданком вылез с калашом. Давай, раш. А где он? Да, он пустой, он без головы. Две головы дал. Да ты чё по мне-то стреляешь, дурак что ли? Дал еще голову. Там второй еще. Там второй, слышь? Я хочу построить кибитку. А для этого мне нужно много дерева, как минимум на шкаф. Так, уже есть косарь дерева, есть шкаф, есть билдплен, и думаю, можно начать строить. Молоточек мой уже достраивается, и вот здесь, думаю, будет самое то начать строительство. Двушечка, вот это вот хорошо. Ну вот я и в кибиточке. Теперь-то можно более-менее спокойно выдохнуть и посчитать, сложить все, что надыбал. А надыбал я довольно немало. Как минимум 58 МВК. Так. Ну, делаем вот так. И вот так. Ну, вот и все. Взлет. Вот так вот. Упс, спокойно. Прямо по курсу замечен аэродроп.
Стоит себе одинешенек. Ну-ка. Как мягко посадил. У-ху-ху-ху-ху-ху. Да ладно, серьезно. Да вы угораете. Да ну такого не может быть. Просто не лутанный аирдроп? Окей. Здрасте. А что это вы тут делаете? Вы что, неспокойно? Я это, тут... Так, мимо. Ой, а вы мне тут фармили. Так, дружочек у нас здесь бежит. Отлетел? Нет, еще не отлетел, серьезно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, ссылочки работают. Вот это уже нехорошо. Положили твари. Окей. О, слушай, сфера не залутана. И какой это вариант? Подобывать камня, и ты меня привезешь на отвод. Я так и подумал. Не знаю. Ого! Чё? Три или два челика тупо бегут. Надо было всё-таки мимберданку взять, как понимаю. Да. Блин, ну ладно, забей тогда на них. Ну почему забей, подожди. Обратно с берданкой. Может, они и бомжи? Они бегут в мою сторону, чувак. Их двое... Их четверо. Шатал. Не-не-не. Я шатал их четверо. Если у них даже арбалет, у них есть огромный шанс. Я знаю, они, кажется, меня заметили. Бегай. Я валю. Один лошадь взял. Один минус, одного минусанул. Хороший. А другие, по-моему, это сиранули. Ну я бегу к тебе, можешь мне инфу дать, где они и где ты? Под шаром. Они под шаром. А я ты тоже. На шаре? Они лучники. Я хочу лук себе хотя бы. Я с топором бегу. Ну блин, они с двух сторон по мне шьют, с трех. Слышь, как ты шьешь по ним. Ага. Пытаюсь шить. Я надеюсь, я тебе помогу их зарубить. С какой они именно стороны под шаром? С трех сторон. Одному еще голову посадил. Какая у них броня? Да я не вижу отсюда. Темно уже, да и далековато. Я слышу, как они по тебе с лука стреляют. Ну, тогда. Слушай, они тебя пушат. Да ладно, а ты. Дай его зарубить. Давай, давай, хреначь по нему. Минус. Я вижу, я его зарубил еще. Там еще двое. Да я стрелы хотя бы возьму. Так, он один, вижу, за будкой пока переработки. О, у них ресов-то нормально, слышь. Понятика вообще гуд. Мэйби домой? Так, а двоих завалить надо еще, и одного еще залутать надо. Но у меня стрел вообще мало. Хотя нет, я могу скрафтить, слышь. Так собирай, они тут настреляли целую кучу, блин, я скрафчу стрел. Себе проще. Где эти гады? Я пошел. Да тут были. Вот тут лук чей-то лежит, слышь. Надо лук подбирать. Еще тело где-то. А вот лежит один, убитый. Где ты их тут наубивал? Где он? Да вот лежит, вот. Ну, еще где-то... Антирады! А, так я... О, я всех убил, лол! Красавчик! Окей, антирад, я просто... Антирад, слышишь? Да, да, да. Забирай все. Может, тебя антирад? Нет, потому что у меня лута нет места. Давай, кажется, забирай и погнали. Опа, на тело. Дал две тычки. Две тычки дал, тихо. Алло? Дал три тычки. Что, тут типы, что ли? Да, тип один. С МП-5. С чем? С МП-5. Хелпуем. Бегу. А нет, их два, по-моему. А нет, один был, убил, все. Хорош! Лучший, я, блин, сжирать пошел. Молодец, круто ушел. Я такой выхожу, волка-шапка, дальше не... А я такой выхожу, типа, говорю, ну полетели, давай уже, что ты там отошел-то так долго.
После череды таких ПВП и после того, как меня убили около одного из домов, я решил то, что следует этот дом зарейдить. Мы хорошенько пофармили, накрафтили разрывных патронов и пошли рейдить. Минус одна берданка. Слушай, надо было ремонтный взять. Тут есть ремонтный чувак. А ну ресов-то нет. Ну ресов нет, согласен. Ну там третий там, верстак там, стоит. Там может быть шкаф по логике. Может, да. У меня берданка сломалась уже. Что это там? А там пусто. Так, подожди, я теперь запутался, теперь я не понимаю, куда идти. Типа, вот это я правильно определил, а куда дальше идти, я не понимаю. Валю. Так, подожди. Ага, здесь мы продолбились, окей, это я понял, но это было логично, куда мы подлетели. Я вот здесь. А ты не хапай сверху. А мне кажется, то, что мы правильно долбимся вот сюда. А мне не понимаю, я только не понимаю, что это за комната вот эта вот. Ну-ка. Опа! Турель, тихо, аккурат. Она опнутая? А, ну да, нету этого. Авторизоваться мне нельзя? Посади меня быстрее на холодильник. Так, спят чуваки. Так, топовый грудак, море компонентов. И за гаражками еще лут будет. Че за челики? Грош! Да. Знаешь, кто его резал? Ты че? Мы окупились уже. Я видел, я же тебе говорил, то, что компонентов очень много и грудак. Да гаражка с разрывных, видимо, очень легко разносится. Хорошо, что не МВК двери, хотя это странно. Типа, шестеренок было мало. В смысле шестеренок было мало, там около 20? 11 всего. 36, 29, 22, 18, 27, 3, 2, все, тихо. Опа, ящики, очень много ящиков, чувак. Это окуп, чувак. Это просто окуп. Дип, смотри. Это окуп, по пушкам окуп, ракетницы. Стишь? Я видел, чувак, это просто окуп. Это лучший мой рейд. А вапа! Две вапы! Чел, это мой лучший рейд в последнее время отбой. Чувак, надо додалбливать. Ты же понимаешь? Пока сайты, слышишь? Пока сайты. Медленнее, все, хорош, шкаф. Шкаф? Ну, такое. Средний. Давай застроимся, давай быстрее застроимся. Давай. Как мы ее? Мы окупились, ты уже можешь. Да, мы окупились, это стопудово. Это вообще тут просто. Мне надо увидеть верстака крафт. Просто красиво. 6 тысяч металла, 1500 ткани. Где двери, стена? Вон там стена в сторону НПЗ поставь. Вот прям за холодильником поставь, если можешь. Да, вот здесь вот прямо. О, все, теперь я себя чувствую. Ты чё? А, ну да, там у него лут был. Смотри, сколько. Как ты? Камня много, да, хорошо. К сожалению, то, как взяло здесь это тело в антираде, у меня не записалось. Я не знаю почему и не спрашивайте меня. Это GeForce, это я и, короче, я криворук, да. В общем, к нам на антирейд уже успел прибежать один челик, и мой тиммейт его сбрил, скажем так. В общем, поехали дальше. Уже на выход? Ну мы стопудово окупились. У меня еще осталось 2 стака патрон разрывных. Вот считай с них 3 обычных сишки, 12 сачелей, плюс наших 6 сачелей. У нас дофига еще всего. Я узнаю, типа, я твой подписчик. Пацаны, а зачем вы сюда пришли? Что вы здесь делаете? Отстаньте. Не надо. Не мешайте Лисову рейдить. Я Лис, мне все можно, я хитрожопый, отстаньте. Тихо. Коптер, нам жоп. Прикинь это эти. Чтобы не вводить вас в заблуждение, объясню. Здесь я уже разговариваю с теми антирейдерами, которые пришли к нам. Мы услышали коптер, как он сел, и пацаны начали бегать возле двери и, так скажем, постучали по-расовски в дверь патронами с калаша. Знаю, может, это Дед Мороз, но, типа, может, пацаны, реально... хорош, не надо, уйдите. Зачем? Плохо, фу. Не мешайте. Их там 3 человека или 4. Я лисья жопа, мне все можно, уйдите отсюда.
Отаньте, не надо. Чувак, я предлагаю подзастроиться нам слегка. Дверьми хотя бы. Надо, Федя, надо. Так, ну какой надо, чувак, зачем? Скажи, чувак, застраивай, пожалуйста, быстрее. Вот тебе еще металл. Выходить с поднятыми руками. Да ну какой с поднятыми руками? Лис не сдается, отстань. Чувак, пожалуйста, давай все застраивай быстрее. Дверьми. Чувак, быстрее. Чувак, мне стрёмно, пожалуйста. Мне тоже. Тут есть три турели. Опа. Тут Байк. Есть три турели, и у нас есть генератор маленький. Ты чуешь, чем это может пахнуть? Только у нас нету проводов. Короче, смотри, топ-идея. Расчисти мне место немного сейчас. Из возможных, где нас будут трейдить. Есть уже немного проводов, 1 фут, 2 фута, да? Power in. Типа авторизейт, open и патрон сюда, как минимум 106 надо заложить и типа включить ее как? А, генератор. Все, работает. Чё? А ты авторизовался? Да. Все, красава. Open, сюда нужен топлекающий будет заложить. У них он как раз таки есть. И как минимум мы обезопасены турелями. Мы будем драться до последнего, по крайней мере. У нас работает турель, типа. Даже если их четверо, им все равно придется повозиться в любом случае с нами. Просто так они от нас ничего не получат. Это ты сберет? А, они вверх будут бить, чувак. Куда они бьют? Они вверх бьют, да? Я тоже не понимаю. Одна сишка, слышь? Я слышу, я вот здесь буду сидеть, типа. А, понял, принял. Нет, не надо, мне кажется, вниз. Хотя можешь один ты вниз, иди вниз. Они прорейдили, они прорейдили, аккуратно. Я сишку кинул, если что, им. А, понятно. Тебя убили? Ну да. Ясно. Положил одного. Хорош, живи. Живу. У меня там еще возродился. Фу, жестко как. Еще одного, кажется, положил. Живи, пожалуйста, их там трое. Я живу, здесь турка мне помогает, она их тупо не пустит. Жестко просто. Да у меня есть пока с хилки, не норм. Джакера из калаша стрелять вообще невозможно. Я ему где-то... Еще одного положил. Хорош, троих убил. Я не знаю, нет, один, по-моему, спустился. Возьми пуш какую-нибудь из дома за пушек. Я не могу, я уже... Так а ты дурачок тогда, я тебе могу сказать. Я могу тебе по идее инфу давать. А смысл мне от этой инфы? А смысл тебе без нее? Нет. Блин, одна сволочь на земле, слышь, осталась. Я застроил. Серьезно? Да, я застроил, да, чувак. Красавчик. Там у них, правда, трупы валяются, я их никак ничего не облутал, но я застроил, я все... Ты троих, двоих убил, я не знаю. Я много убил, им там очень несладко пришлось, поверь. Я, кстати, надену нормальный сет, а то что-то ты это, забрал его себе, там, присвоил. Нехорошо. Ну, ты сюда антиров хотя бы положи. Так, а ты забежать сможешь сюда? Если сможешь, вообще просто красава. Я смогу, постараюсь очень сильно. Типа, я могу через дверь попасть. Блин, а не было килта-то? А ну, я сейчас крафчу килт, в чем беда, беда-то, и ботинки сейчас крафчу. Ну чё, пацаны, как бы, ну... Я понимаю, что мне все равно, наверное, крышка, но пока весело, мне нравится. Как вам? Пацаны, по-моему, не ожидали такого сопротивления. Чё говоришь? Чей голос? Вы не могли как-то нормально ставить лестницу, я не знаю. Чё, забраться не получается, да? Два раза упал. Где он, где он? Бывает. Да он на крыше, походу, бегает. Мне плевать. Ты зашел? Ребят, ну давайте миром все решим, пожалуйста. Просто я не могу. Гард, ты знаешь, как вот эта турель нам сейчас помогла просто? Они сюда не спустились все. А. Блин, просто такой трэш творится. Они вот сюда бахут. Куда? Сверху. Не могу понять. Они вообще не сюда бахают. Они вот здесь бахают, они эту хрень бахают. Какую? Решетку. Ну так, так и пофигу на решетку.
Что происходит? Куда они бахают? Что турель-то от меня отхреначила, я не понял. Не тебя она отхреначила, а бомжей. Она убила одного бомжа, чувак. Где? А ты... А. Идеально, кстати. Граната пошла. Просто не знаю, я в турели... Ходи, заяц. Нет, волк, я не выйду. Иди отсюда. Не, они реально там... Давай, ну! Все, красиво. Я просто хотел вот этот вот потолок на всякий случай грейдануть. Вот животное. Да отстань! Я лиса, мне можно. Вас четверо, нас двое. Четверо, нас двое. Пацаны, хорош, заканчивайте. Не надо. Нас двое. Да да плевать, что вас двое, нас тоже двое, отстаньте. Не мешайте. Мысли. И вас, кстати, больше, чем двое. Я тут, когда сверху стрелялся, я вас дохрена там положил. Ну, как минимум, накосил дохрена. Я это сейчас сломаю, я это чисто, чтобы вверх апгрейдить сделал. Ууу! Она кого-то убила? Да. Чё, не, не повезло, пацаны? Неожиданно, так нежданно. Сочувствую, пацаны, но, блин, хорош. Ну хватит нас иметь пытаться. Не надо. Минус один. Серёд, дайте хоть что-то постоим. Дайте хоть что-то постоим. Хохотуна убил, говорю. А вы стреляете, слышишь? Я понял. Я вылазил, сейчас уже стрелял. Там еще один тире двое. Скажи. Для чего просто? Здесь стоит гадина. Пацаны, уберите тире. Так какого хрена мы ее должны убрать, а? Давайте уравняем шансы. Да каких уравняем шансы? Вас наша там вообще сколько? На вашу турель. Ну какая ваша тупость? Вы там умные супер умные. Больше шансов. Чем идет речь? Меня почти убили. У меня КП вообще нет. Страйки. У меня от хила больше нет. Ой, как отлично. Меня убили, меня положили, чувак. Больно. А я, кажется, туда упал, да? Да, ты тут туда упал. Неприятно-то как. Прикольно. На улице реально никого нету или все в доме? Ну я не вижу на улице никого. У меня разрывные закончились. Что без того, что ты там забаррикадировался? Выходи давай. Все равно джиггернаут. У меня два калаша хотя бы. У меня два калаша хотя бы. У нас дом, прикинь, вообще калашей нет. Вообще калашей нет. Минус один. Добивай, выходи, добивай. А да убил. Да меня второй убил. Печально. Вот скажите, вы чувствуете эту грусть и боль, да? В итоге нас заинтерегдили. Все, что я смог спасти, это один сундук с компонентами, и их там было действительно много. Не сказать, что мы шли в полный минус, так как я заснял отличнейший материал и все-таки засейвил тот сундук. В общем, вот так вот получилось. Этот видос вышел очень долгим, и да, кстати, если ты заметил, в последнем отрывочке, в куске, была несостыковка звуковой дорожки и видеодорожки. Я не знаю. Я пытался несколько раз перемонтировать, у меня не вышло, она не хочет совпадать и все. Я уже никакой. Я постарался сделать этот видос максимально насыщенным и надеюсь, что он тебе зашел. Надеюсь, что ты посмотрел его до конца и, если это так, то поставь лайк и обязательно напиши комментарий. Мне будет это очень приятно. А более не задерживаю и не развожу тут очень много разговоров. Короче, вкусных тебе куси и до скорых встреч.